Ребята, привет! С вами Игнат. Начинаем новое «Пообщаемся». Сейчас на самом деле будет супер такое, супер-супер-супер аккуратное дело. Я хочу вести «Пообщаемся» вот отсюда. Но тут есть опасность, что меня может обрызгать. Есть опасность, что я вообще могу подскользнуться. Есть опасность, что я смогу отсюда и не вылезти. Но я попробую. Сейчас, по идее, я уже должен быть в кадре. Я тут вижу одно сухое место, и я должен до него дойти. Ребят, ну все, привет, с вами Игнат. Пообщаемся сегодня о том, что меня часто спрашивают в Инстаграм, и сейчас очень-очень-очень много комментов. Ты когда собираешься ехать домой? Уже осень. Офигеть, что тут творится. Как я отсюда вообще буду вылазить? Уже осень. Тут мне недавно знакомая из Питера написала, ну она подписчица тоже с Ютуба. Типа, ты вообще прифигел? Ты там сколько уже? Ты домой собираешься или нет? И, ребят, я не знаю, поеду я домой в сентябре, точно не поеду, в октябре под вопросом, в ноябре может быть, а вообще там уже и Новый год, ну согласитесь, зачем мне уезжать домой на перед Новым годом. В общем, я не буду загадывать, все будет так, как будет, а пока что могу сказать одно, сентябрь. Октябрь и ноябрь не очень под вопросом, но все же я думаю, что я буду точно здесь. Так, я все-таки что-то, ой, какие волны идут сзади, она прям на меня. Надо, ребята, подсъем сделать отсюда. Я не знаю, как я сейчас отсюда выбираться буду, но здесь вот прям светопредставление. Залез, называется, Игнат, записать, пообщаемся. И еще, прям до верха достает. Сейчас дождемся волны. И вот еще, да, один такой вопрос. Где я еще, где я вам запишу такое «Пообщаемся», если как не тут? Ладно, ребят, все, я перемещаюсь. Я, правда, серьезно, тут прям боюсь стоять. Накроет нафиг. Выбираюсь. Ну, ребят, если серьезно, какой сегодня красивый закат. В общем, этот вариант, что я останусь тут на зиму, я, конечно же, рассматривал, но я продумывал. В общем, ладно, давайте начнем сначала. В идеале, скажем так, я давно мечтал посмотреть все времена года. Весну, осень, позднюю осень, зиму. И, ну, зиму я видел, ладно, но осень, раннюю осень, позднюю я не видел. И, конечно, такой вариант я прокручивал, чтобы остаться в Крыму на зиму. И, будем откровенны, у меня даже куртка зимняя с собой есть, поэтому не исключено. По поводу, просто еще, что меня тут держит? Что меня тут делать? Ну, во-первых, Крым. Будет такой вопрос наверняка, на что ты там жить собрался. А это меня и держит. У меня есть заказы, у меня есть договоренности на осень. И дай бог они все состоятся, мы все это, то, что задумано, исполним. И все-таки тут реализовать себя как фотографа мне будет проще, потому что у меня есть YouTube, и вы меня смотрите. Вот. Кстати, если кто-то меня смотрит из Семииза, тут идея такая у меня, она как идея, отличная идея по поводу того, чтобы фотографировать школьников, если вы, у вас есть какая-то, если вы родитель, или, может быть, у вас есть какая-то связь с учителями, или
Лучше нет, давайте не так. Лучше, если вы, начнем с того, что связи, не связи, это тут ни при чем. Начнем с того, что если вы хотите своим детям, неважно, учитель вы, директор школы, или просто вы классный руководитель, или же вы родители, и вы хотите самые крутые фотографии для вашего ребенка в школе, вы обращайтесь ко мне, и мы вам сделаем. Вот еще эта мысль, ребята, тоже меня посетила, что я в Семиизе, тут школа, Алупкинская школа, Ялтинская школа, я это в Питере уже начинал. И я реально, ребят, считаю, что мне тут реализоваться как фотографу будет проще, потому что плюс-минус все друг друга знают, и тот же самый сарафан, как в Норильске у меня сарафан работал, то что, ну, город небольшой, по свадьбам так, и ну, в Семиизе, в принципе, тоже, ну, и еще раз я проговорю, что YouTube я не исключаю вообще, YouTube это вообще... Мне тут предлагали в очередной раз какие-то разводники, типа купить канал, там типа с подписчиками моего количества этот канал они могут купить за 8-10 тысяч. Представляете, какое милое предложение за 8-10 тысяч? Да, конечно. Потому что у меня вся основная работа пришла с Авито, у меня был всего лишь один заказ. А вся основная работа у меня благодаря Ютубу. Если бы не было Ютуба, не было бы заработка. Так что даже мои 3000 и 1000 на влоге для меня уже стоит гораздо больше 10 тысяч этот канал. Ну, и это я все эту лирику развожу там тудым-сюдым. То же самое сейчас... Свадьбы весной будут, свадьбы, может быть, и осенью будут, ребят, если кто-то смотрит, тоже пишите. Под каждым видео есть рабочий WhatsApp, пишите мне рабочий WhatsApp в Instagram. Сделаем, я приду в школу, пофотографирую, я свадьбу вашу пофотографирую. Если кому-то нужна видеореклама, мы снимем видео, не знаю, там... Вот сейчас, просто после того, как мы с Сашей, с этой оперной певицей, договариваемся о том, что у нее свой бренд одежды, и она приедет, и мы отфотографируем ее коллекцию, и у нее будет много контента на зиму для Инстаграма, фотографии, видео снимем, если надо, и это все равно будет дешевле, чем в Москве. Плюс ко всему, не надо никаких студий брать в аренду. Это я смотрю вам, кто живет в Москве, в Питере, в Казани. Неважно, где вы живете, если вы ведете свой шоурум. И осенью билеты на самолет дешевые, на поезд дешевые. Вы можете сесть, приехать, отдохнуть, уехать. И у вас будет... Так, спасибо товарищу. И у вас будет много-много контента, вы отдохнете, и плюс всего этого в том, что не надо арендовать какую-то фотостудию, потому что здесь, в Крыму, натура зимой в Семиизе. Не, ну, может быть, в Гурзу вы приедете, или в Ялту, не знаю, неважно. В Семиизе будет круче, потому что Семииз, в принципе, компактный, очень зеленый. И... Семиз вечно зеленый. Всю зиму он зеленый, в принципе. Но вы должны о этом знать. Мы отснимем фотографии, мы отснимем видео, и вы увезете из Инстаграм. Будет у вас ломиться от красивейших фотографий. Так что думайте об этом. Пишите, мы все сделаем. В общем, еще раз проговорюсь. Школьники. Сейчас первоочередное. Семиз, Алупка, Ялта. Фарос, может, кто-то смотрит. Я приеду, мы сделаем... даже распечатаю, наверное, и пошлю, если надо. У меня есть уже референсы, то, что я делал до этого. Просто шикарные фотографии. Просто класс. У доски встать, сфотографироваться. Без всяких этих, говорю, я в Питере это рассказывал. Без всяких дебильных покемонов. Без всяких дебильных рамок этих цветных, диснеевских героев. Просто как нас в детстве, у доски встали сфотографировать, шикарная фотография. С букварем сели, шикарная фотография. Просто возле парты, у доски. В общем, мы все договоримся. Первое – школьники, второе – свадьбы, третье – это те, кто ко мне желательно, я буду рад, если вы ко мне обратитесь.
это всевозможные инстаграм-магазины. Если вам нужны фотографии, видео, я говорю, все это мы сделаем в Семиизе, в Ялте, в Гурзуфе, в Форосе. Да тут, блин, хоть куда езжай и снимай. У меня все оборудование есть. Свет есть. Свет есть для видео, свет есть для фото. То есть сделаем все по красоте, ребят. От вас вообще ничего не надо будет. Я найду и моделей, и найду визажистов, найду парикмахеров. Просто все под ключ, ребят, сделаем. Думайте, обращайтесь. Вот так вот я в ролике о том, зимую я тут или нет, быстренько уже прорекламировал сам себя. Ну и вот, в принципе, я, предложив вот этим, я вам ответил на свой вопрос, поеду ли я куда-то. Ребят, в идеале я никуда не хочу. Я в идеале всегда мечтал жить в Крыму последние 5 лет. И до этого, когда я все время уезжал отсюда, я себя, ну, в машине еще, когда на паром, я помню, когда паромы ездили, я садился на паром и заезжал на паром. И говорил себе, ну, я все время с Серегой, поэтому я про себя говорил. С Серегой же мы в Питер возвращались, что рано или поздно я на зиму отсюда не уеду. Коронавирус помог. Благодаря этому я в Крыму. Все, спасибо, что посмотрели ролик. Думайте об этом. Если вы приедете на Новый год, фотосессия новогодняя. Что этот с бревном туда ушел, сбросил бревно, что ли? Я чуть ничего не понимаю. Какой-то странный персонаж. Приедете на Новый год, мы вам сделаем фотосессию. Приедете осенью, мы вам сделаем фотосессию. Шоурумы, магазины, видео, фото. Все это теперь только в Крыму. Никакой Москвы, никакого Питера. Нафиг все эти студии. Зашарпанные, задрыпанные. Все в натуре. Все будем снимать в натуре. Все, подписывайтесь на канал, лайкайте видео, пишите ваши комментарии, как вам моя идея. Ну а я с вами прощаюсь, с вами был Игнат, пока.